И снова здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Красный Дракон, и мы продолжаем играть в игру Сибири. Надеюсь, что часто в этой серии мы точно уедем. Так, у нас апартаменты. Ага. Полки слева, полки справа. Так, что сюда можно поставить? Тут что-то же надо воткнуть. Эти полочки, похоже, сделаны для чего-то ценного. Эти полочки, похоже, сделаны для чего-то ценного. Так, и что мы сюда поставим? Так. Эти полочки, похоже, сделаны для чего-то ценного. Все выгрузило. Эти полочки, похоже, сделаны для чего-то ценного. Так, ну и мамонта, походу, осталось. Так, ну, в принципе, что у нас там? А, ну все, наш чемодан. И айдайте уже с Оскаром как-нибудь договоримся, что у нас все в порядке с билетами. Пора отчаливать. Держи свое идиотское разрешение, Оскар. Отлично, Кейт Уокер. Благодарю вас. Так, а билеты? Билет. Ну вот теперь все в порядке. Можем отправляться. Мне очень стыдно. Подобное невежество с моей стороны просто недопустимо. Надеюсь, вы все еще доверяете моим навыкам машиниста Кейт Уолкер. Прошу вас, займите свое место, и мы отправимся. Ну, наконец-то. Сколько у нас завод, интересно, хватит. На какую дальность поезд. Управляемся. Кстати, там таким образом.
Мы прибыли, походу. Где мы, Оскар? Это территория Барокштадтского университета. Нам обязательно здесь останавливаться? Сложившаяся ситуация несовместима с целью нашей поездки. Так чего же ты ждешь? Заведите дурацкие пружины, придумай что-нибудь. Здесь должна быть какая-нибудь машина, чтобы заводить поезда. Я не видел ничего, что соответствовало бы описанию данного механизма, Кейт Уолкер. Тогда нам стоит его поискать, так? Мне не нравится эта станция. Атмосферная влажность в данном регионе губительна для моих деталей. Я подожду вас в поезде. О, Господи! Согласен, здесь я полностью с ней поддерживаю в этом деле. Итак, какие у нас задачи? Оскар, у нас проблемы. Как нам добраться до Ганса, если этот поезд не двинется с места? Что делать? У любой задачи есть решение, Кейт Уолкер. Рекомендую продолжить поиски. Надеюсь, что ты прав. Посмотрю, быть может, найду что-нибудь. Так, ну все. Так, Оскар, у нас проблемы. Как нам добраться до Ганса, если этот поезд не двинется с места? Что делать? Да-да-да. У любой задачи есть решение, Кейт Уолкер. Рекомендую продолжить поиски. Надеюсь, что ты прав. Посмотрю, быть может, найду что-нибудь. Так, ну все нам. Оскар, я пошла. Чао-какао. До встречи, Кейт Уолкер. Да, чао-какао. Побежали отсюда. Ой. Приехали в непонятно какое место. Тут прям у них как ботанический сад. Ты кто? Здравствуйте. Вы на поезде приехали, я смотрю. Да, из Владилены. Давненько оттуда поезда не приходили. Студентов возили? Нет, я путешествую одна. Ну, почти одна. Помню, пока не начался кризис, студентов сюда со всего света возили. Зоология, ботаника, палеонтология, все такое. Это был знаменитый университет. А что, теперь это не так? Теперь? Скажете тоже, теперь. Не буду вам больше надоедаться. Добро пожаловать в Барокштадт, мисс. Ничего. Что за деталька? Вопрос. Крючок. Можно мне вас побеспокоить? Я могу вам чем-нибудь помочь, мисс? Так, давайте. Вы не знаете, где мне найти приспособление, чтобы завести пружины в поезде? Ну, не на станции, это уж точно. Я бы знал, будь у нас такая штука. Так вы того надолго здесь остаетесь?
Нет, не знаю точнее. 1-2 дня побуду. Понимаете, мне надо пружины завести, чтобы ехать дальше. Понимаете, если вы тут надолго останетесь, у меня могут быть неприятности. Поезд должен сделать остановку, а потом ехать дальше. Так в правилах сказано. А потом ваша машина птиц распугивает. Может, вы мне поможете? Вдвоем мы быстрее найдем, чем завести пружины. Мисс, вы уж извините, но мне нужно следовать правилам. Моя задача — присматривать за станцией, и я не хочу получить нагоняй от... от университетского начальства, понимаете? Птица. Здесь столько птиц, просто поразительно. О, у нас тут непростая станция, мисс. Здесь содержится часть коллекции местного орнитологического общества. Под этой крышей побывали птицы со всех концов света. И я здесь не только присматриваю за станцией, но и забочусь об этих удивительных созданиях. Это не так просто, скажу я вам. Могу себе представить. А знаете, что самое сложное? Самое сложное — это сохранить в этом мирке равновесие. Вот, например, не так давно к нам привезли пару амерзонских кукушек. Не было печали, что называется. Что, это была неудачная идея? Кошмарная. Вы же знаете, кукушки подкладывают свои яйца в чужие гнезда. А когда кукушата вылупляются, они выкидывают из гнезд другие яйца, чтобы родители кормили только их. Омерзительные твари. Да, понимаю. Хитрые птицы. И что, их никак нельзя остановить? Понимаете, факультет объявил этих тварей охраняемым видом. Если бы не наш механический ястреб, они бы истребили всех птиц в два счета. У вас тут есть автомат? Просто чудо техники. Ездит под крышей на рельсах и собирает яйца этих паразитов. Только он не работает уже несколько лет, а сам я собирать яйца не могу. А почему? Да я туда не залезу просто. Пару месяцев назад я оттуда упал. До сих пор спина болит. Про головокружение я уж не говорю. Стоит только глянуть вверх, как сразу в глазах темнеет. Сочувствую, нелегко вам живется. Эти яйца — это самое мерзкое. Они теперь есть в каждом гнезде. Ректоры скоро спохватятся. Да поздно будет. Да уж. Не буду вам больше надоедаться. Добро пожаловать в Баракштат, мисс. Какой-то уголь попался нам. Итак, нам нужно сейчас миссию у нас найти заводилку для этого поезда. Вон птичка. О, здесь тихо. Ух ты, динозавры. О, то есть эти мамонты. Все разрушено, как будто была бомбежка. Так, я вообще туда иду, нет? Эта машина похожа на заводник во Владилине. Нужно найти способ пригнать сюда поезд. Так, и что? Давайте уж поближе посмотрим, что там вообще такое. Ну, его все равно сюда как-то надо будет отчалить чем-нибудь.
Да, ключ такой же. Надо как-то будет сюда это дело подвести. Наверное, надо будет по той стороне идти. По-моему, он тот вот этот вертлявый механизм как раз начинает от ветра работать, заводя пружину. А все это происходит именно с этой будки. Мы же не можем в эту сторону перейти. Хотя, если поезд сюда подвести, то... Через вагоны можно будет и перейти. Ладно. Механизм мы нашли. Но он далек. Надо теперь как-то... подвести туда сам состав. Скажем Оскару, что мы нашли. Кей Уолкер, Кей Уолкер, пожалуйста, подойдите сюда. Мне есть что вам сообщить. Ну, мне, в принципе, тоже. Что? Да, Оскар, в чем дело? Для вас пришло сообщение. Сообщение? Вас приглашают в ректорат. Ректоры являются высшей инстанцией в университете. Они хотят поговорить с вами. Поговорить со мной? Да, с лицом, ответственным за поезд. А ответственная, стало быть, я, так? Но зачем я им понадобилась? Они не назвали причину, только подчеркнули важность встречи. Так. Появилась еще одна задача, которую нам надо будет сейчас решить. Это встреча с ректором. Были.
здесь тоже тишина. Ну, серьезно, люди. Баржа. Так вот, вы нас и дотащите. Эй, там, на борту. Гутен таг, шёна мадемуазель. О, я на чулих. Добрый день, леди. Вы хотите говорить с нами? Я. Зовут. У меня проблемы с поездом. Он вроде как сломался, а мне позарез нужно убрать его со станции. Вы не могли бы отбуксировать его до стены? Шлюз закрыт, баржа заперты. А если шлюзы откроются, вы мне поможете? Поркено, мормоны вордацферк. А, это можно. Мой муж говорит, мы помогать, если вы дадите. Хорошо, сколько? Чикуанте. Он хотеть $150. 150? У меня столько нет. Нет, деньги нет, баржа. 75. Нет, 125. И речи быть не может. $100 и ни цента больше. Хорошо. Так он же 50 баржа просил. $100. Отлично. Тогда подождите, пожалуйста. Я постараюсь вернуться как можно скорее и с деньгами. Вот. Вы из Баракштата? Нет. Так вы вроде меня, перелетные птицы. Я здесь застряла из-за поезда. Kleine Puskereisen mit uns, no? Что он сказал? Поезд капут. Вам не повезло. Не слишком любезно с вашей стороны пользоваться моим положением. Мы могли бы оказывать друг другу услуги, даром, просто по дружбе. Favor, favor, alles spricht not full. Money, yeah, spricht full. Что вы сказали? Мой муж говорит, нужно деньги, чтобы жить. $100 – это немного для такой леди. Для такой леди? Вам-то почем знать? Так, ну ладненько. Что ж, тогда я пойду. Простите за беспокойство. До свидания! Кругом авантюристы, спекулянты или же бюрократы. Ладно, подождут. Так, но у нас же денег нет, по идее. Значит, нам нужно как-то где-то их добыть. Все равно придется идти. Так или иначе. И к выходу. Ну, а что будет дальше, дорогие друзья, мы увидим только в следующей серии. У вас пока будет время зайти на канал, подписаться, если вы еще не подписаны. Просмотрев серию, вы можете оставить комментарии, которые мне будет приятно почитать. И смотрите не только эти видео, и другие, также на моем канале Красный Дракон. Всем спасибо, всем пока-пока.